Привет, друзья. Знаете, решил снять такой ролик, потому что, честно говоря, такая неприятная ситуация получилась. В общем, зашел я сегодня вечерком после работы к себе на канал. Зашел посмотреть, как продвигаются дела, смотрите ли вы мои последние видео. Вот, в общем, и зашел я в аналитику, в YouTube Studio. И решил просмотреть, что да как, что творится вообще. Зашел вот в авторские права, посмотреть, не затронул ли я авторские права чьи-то. И тут мне высвечивается вот такая вот вещь, что, мол, кто-то использует мои видео у себя на канале. В общем, зашел я на этот канал. Вот он. Вот это видео. Ну, давайте посмотрим вот сам канал. Значит, канал у человечка такой себе. Ну, скажем так, непрофессиональный, но то есть видно, что человек любит рыбку, у него и цихлиды есть, и какой-то он там бассейн вон строит, и неоны здесь, и с травкой, в общем, это, я так понимаю, то ли Казахстан, то ли что, ну, как бы язык непонятный. И, в общем, вот смотрите, знакомо ли вам вот это вот видео? А вот посмотрите, пожалуйста, знакомо ли вам вот это видео, ребят? Ну, в общем, почему решил снять, почему, ребят, решил снять этот ролик? Да потому что я не против, в принципе, что кто-то может использовать мои видеоматериалы. Я даже двумя руками за, если кто-то это будет делать. Для этого всего лишь нужно просто указать ссылку на канал, мол, типа, материалы взяты вот оттуда-то и оттуда-то. Но, как видите, здесь я вот уже обратился к автору, мол, с претензией. Я пока не стал жаловаться администрации YouTube. И, собственно, мало того, что здесь нет ссылок на мое видео, здесь еще есть вот такая вот вещь, которая меня просто убила. Собственно, вот это видео, оно было одно из первых, одно из самых первых. Еще снималось на Sony блоге камеру, там, в общем, старенькую. Ну, человек просто взял все мои логотипы, обрезал, все обрезал, стер, затер звук и наложил вот, в общем, на мое видео наложил свой видеоряд. В общем, ребят, цель этого видео в чем? Не то, чтобы, мол, пожаловаться, что кто-то там использует мои видео, вовсе нет, отнюдь. Просто если вы хотите использовать какие-либо видеоматериалы с моего канала, делайте это. Но обязательно ссылайтесь на мой канал, потому что YouTube все это контролирует. Вот, как вы видите, YouTube все это контролирует, он показывает, что где использует кто. И, собственно, чтобы не было таких вот неприятных вещей, чтобы я не жаловался и лишний раз не расстраивался, используйте мои материалы, но ссылайтесь на канал, ссылайтесь на автора. Можете обращаться ко мне непосредственно. Вот, ну, как-то так, в общем. Ну, всем добра и до новых встреч, друзья. We'll be right back.